дети. В семье Лубенец воспитывается 9 ребят. 7 из них приемные. У некоторых из них есть мамы, бабушки и дедушки. О том, почему же они оказались брошенными и с чем сталкиваются приемные родители, в сюжете Татьяны Блиновой. Страшная автокатастрофа полностью изменила жизнь супруга Лубенец. Сиротами могли остаться их малолетние сын и дочь. В тот момент я закричала: «Господи, помоги нам, наши дети никому не нужны будут». Когда Аллу и Валерия выписали из больницы, они узнали о смерти соседки. У женщины осталось 3 сыновей. 14, 7 и 2 годика. И соседи все ожидали того, что приедут родственники этих деток и заберут их. Родственники вечером позвонили, сказали, что им дети не нужны. Все из-за разницы в возрасте должны были попасть в различные интернатные учреждения. Лубенец решили, заберут детей в свою семью. В итоге наша семья пополнилась 3 детьми. С тех пор прошло 8 лет. 2 младших живут с приемными родителями. Старший Максим переехал. Уже закончил училище МЧС. Сейчас он висит на доске почета в Черкасах. Он только вчера приехал с Польши, как лучший ученик, был на учениях там, пишет кандидатскую. Когда в соседнем поселке мать бросила 4 деток, брать их или нет, вопрос даже не стоял. А последними появились Влад и Саша. Их мама в тюрьме. Мы сообщаемся по телефону, бачимось. Саша Краснянский, он посвятил эту грамоту. Усе двоє не слухалися. Ну, постепенно. Главное терпение. Я пытаюсь просто с мужем научить детей выживать, жить без помощи постороннего мира, и чтобы дети эти не повторили судьбу своих родителей. Супругам очень помогли тренинги, организованные фондом Рината Ахметова. Я должна сказать просто, не тая и не лукавя сердцем, большое, огромное человеческое спасибо Ринату Ахметову, многим родителям. Это было просто поддержкой и возможностью выжить и не сломаться самим от той боли, которую дети выплескивали нам. В течение 3 лет по программе «Сиротству нет» специалисты фонда проводили тренинги для более чем 500 приемных семей и детских домов семейного типа Днепропетровской области. Тренинги проходили в основном с целью развить и укрепить родительский потенциал, научить приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа обращаться и правильно относиться к детям. За 8 лет работы программы «Сиротству нет» фонд помог создать 41 детский дом семейного типа, в которых воспитывается 430 ребят. А также поддержал 170 семей, принявших на воспитание 510 малышей и подростков. В семье Лубенец, говорит Алла, 9 приемных детей. Но двери дома всегда открыты для тех, кому нужна помощь. Татьяна Блинова, Анастасия Калуцкая, «События», канал «Украина».